Как у тебя звездочка износилась? Ну то же самое, как кап. Газу чуть-чуть. Куда его? Вниз. Даже не чувствую уже в кончиках. Погрей, я двигатель там к ним. Да, сейчас я так. Чуть-чуть хотя бы, потому что капец, я уже сцепление. Спускаюсь, тормоз, жму, не понимаю, что жму. Задний жмешь со всей дури, а он ни хрена не тормозит. Это уже скользко, но тормозит, но ну, скользит просто. Передняя, походу, спущена, да? Ну, здесь как-то... мусы, Сергей. А. Да я только кто она так как колбаса какая-то себя ведет. А еще я телефон на сиденье оставил. Да, я видел. Ты железку приезжаешь. Специально, блин, ну ты как желжик, реально, по этому лесу я тебя не могу увидеть. Ну, я не вижу, ты зеленый. Думаю, где он делся? Смотрю, по следам уже еду. Так ты научился, так быстро ездишь вообще. По теплу, ну не особо. Типа во, продуваются везде пальцы. Я еду, они как радиаторы у меня. Прям вообще. Ты как... А, есть такое. Ну не есть, я ж не прошу. Тут как-то слишком крутой спуск. Мне кажется, я воткнусь снизу и через руль полечу. Запотел очко. Запотел? Ну, чуть-чуть. Дом. Я еду, ни хрена не вижу. Скользко по льду, конечно, ехать. Ну, ты видишь, молодец, ни разу даже не шлепнулся. Ты просто не видел. К
как я там летел в одном месте. Боком вот, на дачах этих. Я уже думал, все, я разогнался, думаю, о, Руслан третьего рубил, газу нажал и боком. Одна жопа по одной стороне, ага. А перед по другой. Я не знаю, где не упал, сейчас. Едь туда, там сейчас поедем. Можно выехать там, можно выехать. Я хочу сюда. Ну ты просто, ты должен вообще кочегарить на первый. Так я первый, вот, кочегарю, а там если я больше, я падаю. Я там как пьяный еду. Пьяный мастер, Стив. Не глуши! Стоишь, блин, текай же, но... Короче, в лесу боком влетел, не выскочил и уже в кусты улетел на бок. Ну не сильно там под левой стороной. Главное, что руль целый, но остальное фигня. Еще раз там упал. Вообще развернуло на 30. Как? Вот там только ты поехал, и я практически сразу. Красиво. Вообще. Сторис давай запишу. Очки только там на поле нужны были. Я как начал разгоняться, там сразу так глаза замерзают, прям чувствуешь. А я еще такой, знаешь, такой, о, смотрю, стартанул Руслик сейчас. Четвертую врубаю, только газ. И у меня жопа боком. О, не-не-не, четвертая много тут будет. Не надо мне тут четвертая. Я думаю, опять что ли упал, потом смотрю, есть, думаю, как-то странно. Упал, ты там, там валяешься. На левую сторону. Валяешься, валяешься. Ну ничего не сломал. Да, я не переживаю. Если там вот эта ручка, она была сломана тут или нет? Да. Наверное. Я ничего не... Ого! Слушай, помоги! Думаю, ну сюда-сюда, глаза закрыл и поеду! Бляха, муха! Там контакта нету, значит.
Точно плохо закончилось. Я не перееду нигде. Сергей, тут небольшая эта, ты чё? Там березы, русы. Ладно, давай. Страшно. Бля. Дайте сфотку. Красиво. Там машинка наша, сейчас спустимся туда, вот прямо здесь. Там какой-то мэрс был, смотрел, походу тоже кататься приехали. Да не. Нет, я сегодня решил. Нет, там другой есть карьер по логи. Там сейчас заедем в другой по логи, там попробуешь на КТМ. Я не могу нормально, а хочешь, ну, да, там нормально, горки плавные, и ты попробуешь заехать. Там не горочка, а возвышенность. Все, давай спускайся по кручу. Я на самом деле сегодня, я считаю, очень даже нормально еду. Отлично едешь. Вначале, конечно, очень плохо, но потом что-то... Нормально уже, отлично вообще. Да просто по прямой, очки одень и съесть. Там по прямой везде елки. Да ты маленькую снесешь и проедешь. Глуши! Говорю, плохо закончится. Надо было просто съехать, там бензин вытекает. Я знаю, что вытекает, так что? Подними.
Ну и все, и вниз кати. Что тут страшного, не могу понять, капец. Слушай, ну это тебе, ты уже вон профессионал, прыгаешь тут как стрекозел. Вот тебе горочки, очень пологая, так что сейчас потренируешься по прямой. Да Митик тут не заедет. Да ты просто прокатишься. Сейчас, подожди, я на эту горку заеду, попробую. Не, на КТМ не поеду. Я могу его уничтожить. Ты его не уничтожишь, поедешь. Да, точно не поеду. Ну там... ты потренируйся газом, почувствуй по прямой, потом ну тут можешь покататься. Управляется по сменщикам просто ничего. Как лучше? Это тоже не работает, да? Не работает. Это... Ты, блин, ну конечно. Подъезжаешь к горке, ты вообще без газа. Надо к горке подъезжать уже с газом, потом еще в конце внизу, точнее, открылся. Я боюсь, что я это самый. Ну ты прям совсем не открывайся, он просто ву, и тогда ты просто будешь кайфовать. А так ты подъезжаешь наверх, такой, ой, замедляется, газу добавляешь, он просто буксует и все. Это красивый кадр. Ну да. На, вообще крутой мозг. Вот прям. Тут попробуй вот. Не, плохо закончится. Так тут же ничего нету такого страшного. Если что, то просто на бок его кидай и все. Русик, тут лед. Тут снег. Кстати, вот я заезжал, офигенно держак, он промерз весь. Еще скажу, в этом. Не, сюда не надо. Я видосы смотрел все... за этой горкой. Я видел, какие ребята туда не заезжали и что там в конце находится. Я уже знаю. Ну здесь ничего нету. Ты можешь на первую. Больше скорости, чтобы я так проехал, но я боюсь.
Она маленькая, могу прыг сделать. Тоже боюсь. Ну, ты просто его не крутишь, тебе надо просто, ну, хотя бы чуть больше раскрутить. Все, вот заехал, все. Ну, хорошо. Я бы дальше заехал, ну. Не знаю, что там высоко находится. Там уже. Вдруг там конец всему. И мне. Ну сейчас наверх надо заехать.